Добро пожаловать на пересадочную станцию и третий выпуск подкаста «В пути». На связи проводник, всем привет! В данном выпуске я поделюсь с вами свежими новостями пересадочной станции, обновлениями на канале, планами на новые путешествия и, конечно же, отвечу на ваши вопросы. С последнего подкаста достаточно много вопросов приходило в группу ВК, в комментарии и даже на почту. И сегодня я отвечу на самые часто повторяющиеся среди них. Итак, начнем. Самое большое количество вопросов, конечно же, связано с главными направлениями пересадочной станции. Это проект Химера и Схрон. Вы спрашиваете меня, когда продолжение, почему так мало, выпускай чаще, когда марафон, сколько планируешь озвучивать, не ленись, что будет дальше и так далее и тому подобное. Отвечаю. Я планирую озвучить Химеру полностью, по крайней мере то, что на данный момент написано. Схрон точно озвучу первую книгу полностью. По поводу выхода серий. Химера выходит каждый вторник 18:30 Москвы, Схрон каждую субботу 17:30 Москвы. И чаще выпускать у меня, к сожалению, никак не получается. Кто уже не первый месяц путешествует с пересадочной станции, знают мою ситуацию и почему такой график. Для тех, кто присоединился недавно, объясняю. На озвучивание новых историй у меня остается времени только ночью. Все остальное время забирает работа. И бросить работу я, конечно же, не могу. Мне нужно обеспечивать и кормить семью. Поэтому, если вы хотите, чтобы ролики выходили чаще, то есть только один вариант. Это сбор на марафон по любимому миру. То есть, вы переводите деньги по реквизитам в описании и закрепленном комментарии, только обязательно подписывайте на что конкретно. Позже я считаю сумму и беру на работе неоплачиваемый отпуск, и все дни посвящаю озвучиванию выбранного мира. Подобный марафон мы уже проводили по Химере. Тогда всю неделю, каждый день выходила новая серия. Поэтому, если хотите чаще, то все реквизиты в описании и закрепленном комментарии. Кстати, про Химеру и Схрон. Как вам идея записать интервью с создателями этих миров? Обязательно напишите в комментариях, что считаете по этому поводу. Мне недавно пришла такая идея, я пока не знаю, как это может выглядеть. Интервью по видеосвязи или просто автор будет отвечать на вопросы. Да к тому же такой вариант я еще не обсуждал ни с Павлом Янгом, ни с Александром Шишковчуком. Просто пока что решил поделиться с вами этой идеей. В общем, жду от вас обратной связи. Пишите в комментариях. Следующий популярный вопрос, к моему огромному удивлению, какую музыку я слушаю? Я меломан. Мне нравятся практически все направления, потому что в любом направлении найдется композиция, которая отзовется в твоей душе, в теле. Плюс во многом это зависит от настроения. Но все же на гитаре играть я люблю рок-музыку. Следующий вопрос. Какие направления фантастики мне нравятся? В целом я люблю всю фантастику. Некоторые направления чуть меньше, как, например, космическую зарубежную фантастику. Некоторые чуть больше, как, например, постапокалипсис или РПГ. Но в целом все направления фантастики я люблю всем сердцем. Кстати, важная новость канала. Я наконец-то смог выделить время и запустить спонсорство на Boosty. Ссылку поставлю также в описании и в первом комментарии. Я давно хотел это сделать, потому что спонсорство от YouTube не совсем удобное. На Boosty гораздо больше нужных функций. Спонсорство YouTube будет также функционировать и дальше. Просто теперь добавится еще одна более удобная платформа. И прошу по возможности всех путешественников и путешественниц перейти и подписаться на мой аккаунт на Boosty. Это абсолютно бесплатно.
И если в будущем что-то случится с YouTube-каналом, ужесточат правила и так далее, то аккаунт Boosty останется, как и все записи путешествий. Кроме того, система спонсорства на Boosty гораздо удобнее. Если вы хотите поддержать канал, а бонусом получать записи раньше и в аудиоформате, очищенной от лишнего, или сразу скачать себе все записи и слушать офлайн, то можно оплатить подписку на все путешествия пересадочной станции. Ну а если вас интересует только конкретный мир, то можно открыть доступ только к нему за относительно небольшую сумму в 30-70 рублей. К тому же некоторые рассказы также будут выкладываться бесплатно в аудиоформате. Поэтому прошу вас перейти и бесплатно подписаться на мой аккаунт Boosty. А будете вы оформлять подписку или разовый доступ к мирам далее, уже решите после. Кстати, отвечая на комментарии в стиле «покажи лицо», «как ты выглядишь» и так далее, собственно, на Boosty я и выложил свое фото. Можете посмотреть на меня там. По поводу стримов. На данный момент у меня нет технической возможности проводить стримы. Нужно обновить компьютер, купить камеру и так далее. Поэтому и решил завести аккаунт Boosty по большей части. Все деньги в поддержку канала с Boosty пойдут на эту благородную цель – обновление и покупку оборудования для стримов и улучшения путешествий. Ссылка на мой аккаунт на Boosty вы уже знаете где. Следующий вопрос – сколько уходит времени на часовую серию? Примерно 8-10 часов на 1 час готового видео. Здесь я учитываю запись, обработку аудио, потом видео, потом превью, загрузка на YouTube и так далее. Большую часть, конечно, забирает обработка аудио, а точнее чистка от шума, от звука соседей, от моих дефектов при записи, а мне очень многое не нравится в моих работах. Надеюсь, когда наконец-то доделаю кабинку. Кстати, спасибо большое Артему за донат. Благодаря нему уже половина звуковой кабинки готова. Когда все же я доделаю кабинку полностью, думаю, получится частично защита от шума и меньше времени будет уходить на обработку. А пока что у меня уходит около 20 часов в неделю на 2 выпуска. Естественно, с моей работой заниматься каналом получается только ночью, вместо сна. Но все равно, несмотря на постоянный недосып, я счастлив. Я занимаюсь тем, о чем всегда мечтал. Это действительно здорово. По поводу моей работы, кем я работаю, где и тому подобное. Я работаю в сфере промышленной безопасности, провожу неразрушающий контроль. Проще говоря, я выезжаю на объект и проверяю нефтяное и газовое оборудование и аппараты. Выясняю, взорвется ли оно в ближайшее время и что нужно делать, чтобы не произошло, собственно, аварии. Двигаемся дальше. Поступает много вопросов и предложений озвучить определенную книгу, рассказ, серию книг. Также частый вопрос, что будет дальше, что планируешь озвучивать, когда и так далее и тому подобное. На данный момент я озвучиваю Схрон и Химеру. Следующие миры для путешествий я еще не выбирал. Думаю, когда мы будем приближаться к завершению Химеры или Схрона, собственно, тогда и выберу. Также можете писать в комментариях ваши предложения. Я все читаю и буду сохранять в закладках потенциальные новые миры для путешествий. А по поводу того, что бы я хотел озвучить, все упирается во временные рамки. У меня много возникает идей по новым мирам, очень много вариантов, которые я бы хотел озвучивать. К тому же хотелось бы и коллабы записывать также, и просто рассказы, но время, работа. Я уже говорил, думаю, вы понимаете. Мне на самом деле просто безумно хочется озвучивать больше и чаще. Но пока что так. Ну и самое главное, что бы я хотел сказать в этом подкасте, это спасибо.
Спасибо вам большое за слова поддержки. Мне очень приятно читать ваши комментарии и отвечать на них. Спасибо всем спонсорам и просто задонатившим в поддержку пересадочной станции. Благодаря вам канал развивается, а у меня появляется все больше возможностей для улучшения качества путешествий. И, конечно же, огромное спасибо за то, что продолжаете путешествовать по фантастическим мирам вместе со мной. Спасибо и до встречи в следующих мирах.